вы каждый день ходите в ансамбль, каждый день ходите на репетицию. Это есть внутренняя самодисциплина или это абсолютная необходимость каждый день? И то, и другое. Это необходимо, потому что понятие у нас очень молодой народ, и каждый день, проведенный без глаза над ними, становится заметным. Все время надо поправлять что-то на пути к совершенству. Это очень, да. То есть период, когда мы выступали в Румынии. Мы всегда танцуем номера той страны, откуда мы взяли, в этой стране. И это самая лучшая проверка. Вот, допустим, молдавская сюита мы исполняли в Румынии на ура, потому что Чакерлия, у них знаменитая мелодия, жаворонок называется, она у них существовала только в виде скрипичной виртуозности, понимаете? И никто никогда не думал, под нее стоит танец. Я поставил под Чакерлию номер, и они были поражены. Ансамбль мог возникнуть в начале века? Когда? Ну, в начале 20 века. Я думаю, что он мог возникнуть только в 37 году, несмотря на то, что этот год один из самых трагических для всей страны и для каждого жившего в то время. По какой статье осужден? 116-я. И все-таки он возник. Как следствие, он полностью вытекал из той политики, которая провозглашала советская власть. Но меня нельзя упрекнуть в том, что я это делал по велению партии. Я это делал потому, что жизнь меня столкнула с фольклором. И я абсолютно органично следовал этим впечатлениям, которые я получал от фольклора, от знакомства с народным искусством и так далее. Это было абсолютно естественно. И так совпало с той
внешней программы, которая была у советской власти, что искусство принадлежит народу и так далее, и так далее, что получалось впечатление, что я просто казенный иллюстратор, так сказать, официальной идеи. Но, к счастью, этого было не так. Да вообще в искусстве по заказу ничего сделать хорошего нельзя. Мне только заняться следующей работой, и все, и мысли, и сердце, все направлено уже в эту сторону. Потом она может, эта работа, быть менее удачной, чем там предыдущая, но в период, когда я это делаю, я целиком там. А о чем-то жалеете, в чем-то раскаиваетесь? Ну, видите, творчество, если я вижу, что что-то сделал не так, у меня есть всегда возможность это поправить. Так что особенно жалеть я не могу. А если просто плохо, то об этом знаю только я, это снимаю, и я не показываю то, что плохо. А что вы не поставили, Игорь Александрович? Что хотели ставить? Да, лучше об этом не говорить. У меня была целая серия вещей, которые я, когда я был большим, хотел ставить это, но, так сказать, это не удалось. Вообще, если бы был большим, то, конечно, мое творчество было бы совершенно в другом направлении. Я хотел поставить балет на тему божественной комедии Данте. Показать Дантовский ад и так далее. В общем, вот такие были замыслы, очень высокие, очень интересные. Thank you.
Thank you.
Но то, что вы создали такие замечательные полотна, которые уже не номера и не танцы, а целые спектакли, балеты. Это естественный путь от простого к сложному. Но это ведь не каждый же его. В каждом виде искусства это через это надо пройти. Ну и тем не менее в таких коллективах, в общем, не каждый раз это возникает. В таких коллективах это труднее, потому что, говоря откровенно, ансамбль, ну, может быть, можно было назвать ансамблем только в первой стадии его развития. И он очень скоро стал театром народного танца.